Перевел и озвучил Гордеев Сергей специально для bjjmania.ru. Итак, что делать, чтобы этого больше никогда не произошло? Ричи только что поймал меня на Кимуру. Но есть одна деталь, которую я узнал множество лет назад. Кажется, мне показал ее Рой Хэррис. Я почти уверен, что узнал это у него. Он черный пояс по джиу-джитсу, человек с огромным опытом. Но перейдем к сути, если я в твоем гарде. Есть огромная разница между таким положением руки и таким. Если моя рука в таком положении, ты попытаешься взять ее на Кимуру. Тебе это легко удастся. Там мои пальцы смотрели вперед. Но если я поверну руку на 90 градусов, чтобы мои пальцы смотрели в сторону, попробуй взять меня на кимуру. Сделать это значительно сложнее. Да, тяжело даже просунуть руку. Не только становится тяжело просунуть руку, но также становится почти невозможным вывести локоть в сторону, чтобы получить рычаг и начать вращение плеча. Та же самая позиция руки применима и в халфгарде. Вот мы боремся, и я замечаю, что ты охотишься за моей рукой, чтобы провести кимуру. Если я ничего не сделаю, то... Ты меня, конечно же, поймаешь на кимуру, но если мы боремся, я замечаю твои намерения. После чего, как только ты начинаешь атаку, я разворачиваю руку в сторону, то взять меня на кимуру становится не невозможным, но это становится значительно сложнее для тебя, что дает мне дополнительное время. Так что вот моя контратака, когда я замечаю, что ты поднимаешься. Это очень просто. Как только ты поднимаешься, я разворачиваю руку. И только после этого начинаю давить тебе на таз, освобождая руку, то есть пытаться как-нибудь ее вытянуть. Либо могу попытаться сконтрить твою кимуру своей кимурой. Но это невероятно, как все меняет всего лишь один поворот руки. Отсюда. Сюда. Я хотел бы сказать, что это полностью нивелирует угрозу кимуры, но даже если это не так, как минимум это значительно усложняет получение захвата и дает тебе кучу времени на реакцию. Да, это точно значительно замедляет меня. Знаешь, это, ну не знаю, типа аналогию с боксом можно подобрать. Можно защищаться так, это неплохая защита. Нельзя сказать, что она непробиваемая. Оппонент в итоге сможет найти способ потрясти тебя. Да, конечно. Но все же, это значительно лучше, чем опущенные руки. Соответственно, так поставленная рука значительно лучше, чем так. Поэтому надо пользоваться.